Всем привет, друзья! Вот еще одна актуальная тема. Нужен ли интернет в гараже? Я думаю, ни для кого не секрет, что он нужен. Вот. Как я пришел к этому? Сначала перепробована была куча всяких флеш-модемов, всех провайдеров, которые у нас только есть. В итоге, кроме траты нервов и денег, ничего не получилось. Потом мне подсказали, что можно сделать. Провести интернет на гараже – это дело очень затратное и, скажем так, небюджетное. Поэтому вариант был такой. Из близлежащих домов был проведен интернет в гараж. Каким образом? Были куплены точки доступа Locomotion M2 и проведен интернет в гараж. Теперь, вместо того, чтобы пользоваться интернетом в час по чайной ложке, я пользуюсь также интернетом, как и дома. Точка доступа должна быть расположена в прямой видимости гаража или приемного устройства и передает также интернет, как и дома. Теперь можно и общаться, и смотреть какие-то форумы, киношки, ну и так далее. Контента масса. Сейчас я покажу, как это все было сделано. Вот он мой системник, он недорогой, бюджетный. Клавиатура, экран. Вот здесь в гараже стоит у меня, вот здесь наверху, TP-Link. Это Wi-Fi роутер. Вот идет питание. И дальше сейчас покажу, как это все происходит. Вот здесь пришлось вырезать окошечко, чтобы сигнал был максимальный. Вот. Сигнал по максимуму. Вот она сама точка доступа. И вот из этого дома с зеленой крышей в зоне прямой видимости. Там есть интернет, такая же точка доступа. Она передает сигнал ко мне в гараж. В итоге, что мы имеем? Сравнительно за небольшую плату, стабильный нормальный интернет, плюс Wi-Fi в гараже и возле гаража. У кого еще стоят такие проблемы, могу посоветовать вот такой вариант. Всем удачи, пока-пока.